Сразу после окончания отопительного сезона 21-22 у нас происходит подготовка к отопительному сезону 22-23 следующего года. И она выражается в следующих направлениях. В первую очередь мы, конечно же, подготавливаем системы магистральные, которые расположены на территории нашего города. Теплоснабжающая организация города Одессы, не останавливаясь, ведет работы. У нас проводится ряд мероприятий на предмет замены участков трубопровода, которые обеспечивают теплом наши районы. В частности, теплоснабжающая организация, есть график гидравлических испытаний, которые они проводят с мая месяца по конец августа. Мы стараемся, несмотря на военные действия, придерживаться всех графиков, как и предыдущие годы. Несмотря на то, что более усложнились условия, мы ни одного дня не останавливали нашу работу. Поэтому можем с уверенностью сказать, что подготовка к отопительному сезону 22-23 у нас сопровождается всеми нужными мероприятиями для того, чтобы обеспечить город теплом в этом году и в следующем. Параллельно у нас ведется также подготовка жилого сектора, жилых домов к отопительному сезону следующему. В чем она выражается? Она выражается в том, что управляющие компании, КПЖКС, непосредственно проводят мероприятия, связанные с гидравлическими испытаниями в жилых домах. Непосредственно испытывается система на ее прочность, на готовность ее к следующему сезону. Если есть недостатки в системах, они устраняются. Также запланированные мероприятия, они тоже идут в графике, они тоже идут этапно по замене тех или иных участков. Это могут быть и участки трубопровода, это могут быть участки по замене работы, вернее, по замене запорной арматуры, приборов учета, ряда тех комплектующих, которые обеспечивают жилые дома теплом. Поэтому можем точно сказать, что работа по подготовке к отопительному сезону у нас ведется бесперебойно. На сегодняшний день все коммунальные службы работают в стандартном режиме и оказывают коммунальные услуги жителям нашего города, как и до войны. Есть просьба к жителям нашего города о том, чтобы своевременно оплачивали коммунальные услуги, поскольку это является неотъемлемым фактором существования и дальнейшей качественной работы наших коммунальных служб.